К приему первых новобранцев уже готовится сборный пункт в Архангельске, который находится на улице Шубина. Согласно рекомендациям, все помещения обрабатываются специальными хлоросодержащими средствами. Пока здание пустое, но уже 19 мая сюда прибудет первая группа новобранцев. Мы проводим обработку, пока нет призывников, каждые две недели. То есть общая обработка полностью всех помещений. Независимо, что тут никто ничего не живет. Особенно большое внимание это на продовольственный блок, где будут питаться наши призывники. Отправлять в армию будущих защитников Отечества будут без привычных церемоний. Родственники на сборный пункт попасть не смогут. Связь только по телефону. Кстати, специальные сим-карты получат новобранцы, как и прежде.